товарища, захват товарища. Туловище двумя руками. Так, честно, туда отжимание, прикрес, вот тут зашел вместо него. Ладно, зашел. 30 отжиманий, 30 ударений, хорошо? Давай, 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 работай, работай. Так, пацаны, вы не работаете, вы будете сейчас отжимания делать. Дай. Владимир, я не понял, Владимир. Раз, раз. Выталкивать надо туда,
где вот, вот упал, например, на эти, на кресло, и голову упал. Отлично. Это значит нормально. Так, все, мы вдвоем, один подступом, один план. Вы выталкиваете, вы защищаете. Дай мне Владимир сюда. Сюда, ко мне. Так, 5 минут. Еще раз, посмотрите внимательно, как уходить. Вот, Даник меня хочет выпрыгнуть. Нет, ну, не так, я не девушка. Я понял, я думал, что он... Так, нет, нет, вот отсюда он меня выталкивает. Вот у вас есть руки? Вот, давай, потихонечку. Вот убирайте ручки сюда, раз, чуть-чуть уходите сюда. Раз сюда. Вот руками, руками сюда, убираем сюда и уходим. Готовы? Выталкиваешь его. Владимир ушел. Хаджина! Пошли. Только выталкиваем, выталкиваем. Осторожно, здорово. Давай, давай, выталкиваем, выталкиваем. Пастухов не держать его. Боишься, да? Зайти назад, пень или вытащить. Выталкиваем, не даем. Дергаем. Хорошее лицо. Лицо не ударьтесь. Давай, давай, брат, давай. Вот так, хорошо, молодец. Ну, есть, молодец, золотого лица. Еще, еще. Владимир, поменяй тайника. Пошел. Больше руками, больше руками, больше руками. Оп! Владимир, смотри, куда выталкиваешь. Сюда выталкиваешь, сюда. Больше руками, не бросайтесь на него. Руками ближе подходите, чуть-чуть выталкиваете. Вот так, молодец. Молодец. Пошел, пошел, Владимир. Не стоять, не давайте ему жить. Честно, без захвата, без захвата, стараться не держать. Хорошо, бутук поменялся с этим, с Угуряном, Угуряном туда, бутук сюда. Так, Даник поменялся. Хаджуем, все 2 минуты. Работаем, работаем, не даем Чезару, чтобы он умер. Даем или не даем? Стоп, 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 аккуратненько. Хорошо, Матея. Поклонились, одели куртки. Без пояса куртки одеваем. Удушающий прием. Первый номер становится высокий партер. Вы захватываете правой рукой, стоя перед ним. Раз, отрёстываем, шагаем, перешагиваем. Оп, и надо на поворот вперед, удушающий. Так. Делаем по 3 раза, пожалуйста, пока. Сейчас побоим, сейчас побоим. Покажи нам, Пастухов. Еще раз, удушающий, Влад, высокий фактор. Влад, высокий, пожалуйста, пожалуйста. Высокий, Влад, пожалуйста. Смотрите. С кубарком? Да, он выше чуть-чуть, да? Выше, выше. А, смотрите, взял за 2 раза, ручку, ногу, оп, и отсюда кубарочек, удушающий. Делай 2 раза он, 2 раза Влад, 2 раза Влад, 2 раза Артем. Нет, мы нет. Нет, ты с ним остаешься, вы по 2 раза иди сюда. Делаешь одному, потом другому. Одному, Влад, ты с Чезаром. Нет, Влад, ты с Чезаром. Один здесь становится, другой здесь. Ты делаешь одному, потом ему.
дома и на улице, и ночью. Вы его убили? Нет, нет. Ночью там, специально что. Они, наверное, классическую музыку слушают. Пошли, пошли, пошли. Пахнуть она прокинет, пожалуйста, не слушай. Так, что это шутка? Через стену. Вот это у меня через стену соседи плачут всегда. Я а с ума сойти, блин, да? Такой вот чижик с музыкой, блин. Я бы купил скрипичную музыку, блин. Пошли, пошли, пошли. Эй, это дурдом, блин. Хорошая? Хорошая, но... Нет, это хорошая, но... Но... Пошли. Хорошо, 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 не вижу, не вижу. Хорошо, он рядом ко мне. Один, один раз ты, один раз он. Ко мне. Нагрел, да? Хорошо, смотри, встали, куртки сняли. А кто должен быть, не думаю. Оторвать соперника от ковра. Не касаться ни руками, ни ногами. Соперник? Можно и за ноги, и куда хочешь, но это не значит, что вы встали на колени, там, захват, еще что-то. Так, Бутук, идешь к этому. Владимиру. Еще раз, любой захват, оторвать соперника от ковра. Стоп. Сделали парочку наклонов. Сделали. Раз, два, три, четыре. Да. Еще, еще. Хорошо, после вращения. Вращаем. Теперь смотрите, делаем движение. Раз, два, раз, два. Оп, и поднимаем. Еще раз, смотрим вперед. Раз, два, присесть. Не наклоняться отсюда, не спиной поднимать. Или надо туда. Раз, оп. Ручки как бы подбиваем. Оп. Хорошо. Так, значит, захват можно как брать? И сверху, и с одну руку, и сзади. Как хотите. Влад, ты работай. Дальник встает с той стороны. Владимир встает. Стоит. Если ты его поднял, выходит дальник. Я не меняю. Вы вдвоем. Аживание. Вперед. 5 минут. Оторвать соперника от ковра. Поднять соперника, Владимир. Поднять, поднять. Поднять, поднять. Оторвать от ковра. Без бросков пока. Без бросков оторвать от ковра. Ноги, вот. А ты смотри, вот я поднял, а ты
хорошо. Все, следующее. Все. Пойдем. Вот так. Есть, молодец, Пастухов. Даня, ходи в кимоно и не ходи. Осторожно, мальчик, там. Осторожно, осторожно. Хорошо, минута. И непонятно, кому поступил, правда? Я ему... То ли он поднял. А, поднял, то ли он, то ли нет. То ли поднял, то ли упал. Хорошо, Матвей. Спасибо, что собрали кимоно.
я сейчас посмотрю еще правила и скажу точно, вы вытащите. Вот. А потом можно брать. А вот а сейчас ты можешь уже оттуда забрать. Да, я пойду сюда. Все, отдыхаешь, ты уже. Красавец, Влад.
Я просто хочу поблагодарить его.
скорее, он удушает. И так вот. Нет. Еще раз. Смотри. Ты идешь сюда, вот когда ты идешь, раз он тебя нагрузил, ты можешь упасть. То есть начинает делать. О. Нога. О. Заходи ручку, можешь себе прижать. Стоп. Кто делает? Садись, да? Сейчас. Мате, куртки оставляем, пояса не одеваем, не оставляем, оставляем куртки, оставляем. Оставляем куртки, оставляем. Значит, задача такая, стоя на одном месте, перевести соперника в парк. Дай-ка мне свою ножку, вот, отсюда я взял ногу, и моя задача не бегать по ковру, а стараться там, шаг назад, шаг вперед, раз, нагрузить, чтобы он упал. Но стоя на месте. Ногами не помогает, только руками работает. Пожалуйста, иди сюда. А, ну хорошо, давай. Пошли. Нет, ногами не надо подсечки пока делать. Поменялись. Стоп, стоп. Второй номер. Поменялись. Отжимаем. На месте. Не бегай. Кто сбивает, в центре стоит. Давай, если держишь его двумя руками, чтобы не упал, можно подсечки. Да тебе не надо. Поменялись. Стоп. Дань. Ну вот смотри, ты раз отдал сюда. Конечно, тебе за цвет боли не это. Ну, наверное, надо поставить между ног и вот так вот блокировать его. Вот, Влад, тем более. За куртку держись, помогай себе. Держись за куртку, да. Видишь, отдал ногу высоко. Сейчас точно в подсечку, если сделать, улетит. Нога между ног должна быть. Не сбоку, а между ног. Да. Зацеп болен ему, раз, подсечка, зацеп болен. И аккуратно положи его. Положи, наклонись и все, и пор. Аккуратно. Поменялись. Yeah.
Треугольник. Не-не-не, тут треугольников есть там один. Я видел такой. Показывает ноги, он наклоняется. Он берет, делает через него кувырок, переворачивается сзади. Получается 2 балла. А, да. Таким заново тоже держал, вот там. Такой квестер. Так, пацаны, значит вам, Владимир, делай по 30 бросков, 30 свой коронный бросок, иди сюда, что ты делаешь, я тебя прошу, когда ты делаешь индурчинский, что делать, со стойки, блин, ты их просто поломаешь, делаешь хорошо, жестко делаешь, не просто умру, а с колен. Можешь? Да. Можешь. А мельницу можешь? Могу. А можешь сделать, да, с одну сторону, а с другую? Могу. Ставить. Да. Сделать мельницу одному и другому, я посмотрю. Да, мама. Ты готовишь? Да, мама. Сейчас. Да, мама. Ага, а в другую сторону ему? Ножки шире. Хорошо. А патру? Аталику. А патру? Значит, делаешь так. Бон. Дай мне, ну-ка. Голову. Все, ручки, смотри. Аккуратно. Yeah.
сейчас у тебя цвета? Цвета загар? Я не дрался, тут болит, тут побито, здесь на костнице разбито. А на костнице это прячь. Когда молодой был, синяки были, я только радовался. О, мужик, как дали по ноге, вот такой синяки. Ходил круто, а потом кровоизлияние, кровь свернулась и воспалилась. И не резались. Думаю, нафиг я это делал, блин. Все, одел щитки. Стали меня звать хоккеистом. У меня щитки были от сих пор до сих пор. Вот такой поролон. И я еще между ставил там резиновую прокладку. Одел. Так хорошо, я по ногам лупит, ничего не чувствую. Как дал в ответ? Серега, ты что, сдурел? Я что ты лупишь? Ну я же подсечку делаю. Я говорю, мне по барабану уже, я уже не чувствую, я просто тебе за прошлый раз. Вышли, второй номер, вышли, второй номер, да, Ника, вы меняетесь. Один раз ты, один раз Владимир, сейчас ты отдыхаешь. Да. Ты же делал, сейчас делаешь ты Данику и Даник тебе, ты Данику, Даник тебе. Две минуты, пожалуйста. Нет. Джоэн, подтяни здесь страх. Дарин, или на канат, или на перекладе. Канат вот этот. Сверху, сверху, Влад, сверху цени, цени сверху. Делайте, мальчики. Давай, Владимир, делай. Да, Ник?